жених у нас Леонид. Проходите. Я люблю очень тюнинг. И женщин, и машин. Я считаю, жизнь она одна, и в этой жизни надо выглядеть... потрясающе. А бывшая это была тюнингована? Конечно. Давайте на фото посмотрим. Совершенство. Может, мне к чему еще стремиться? А что сделали-то? Губы вижу. Ну, это... Грудь, да? Ну, да. А сколько пластических операций у нее? 8 пластических. 8? Да. Вы изменять будете, даже предупреждаете. Угу. Будете, правильно Конечно. Я поняла? Вот так. Проходите, знакомьтесь. Я вижу по твоим красивым глазам то, что я тебе уже понравилась. Какая неожиданная развязка у вашей истории. Женатый любовник вдруг оказался подлецом. Познакомились в стриптиз-клубе. Через 8 месяцев наших отношений узнала о том, что я в положении. Вот. И, естественно, я ему об этом сразу же сообщила. Были моменты, когда он поднимал на меня руку. Он не только руку, он на вас однажды ногой замахнулся так, да. Что вы увернулись, еле беременный живот. Я увернулась, это было на сроке 4 месяца. Я хочу тебе показать, что я не боюсь идти на такие поступки, чтобы поддерживать свою красоту и, естественно, всегда выглядеть хорошо. Делала, да? Ой. Конечно, делала. Не делают только жадные и глупые. Это вы про меня? Здравствуйте, меня зовут Настя, я хочу вас узнать поближе. О, модель, он такой красивый, я на него прям смотрела и наслаждалась вот его внешностью. Потом, в итоге, я начала за него платить. Знаете, зато я ходила вот как королева, он рядом со мной как картинка, на меня все смотрели, я такая классная звезда с ним. Где вы работаете? В кем работаете? Я не работаю. Просто это грустно, когда я приезжаю, у работодателя машина хуже, чем у меня. Сколько... Это девочки, которые приезжают, которым надо замуж. Мы все накачиваем, здесь все отсасываем. Эмоционально еще. Я устраиваю натуральный вид. Я бы выровняла бы, да. Чуть-чуть сделала бы. Да, ну, пока у нас вот бесплатно. С носиком глубокий вдох. Все, дыши, мой хороший. Привет. Привет. Меня зовут Ксения. Я очень люблю татуировки. Знаю, что у тебя есть тату-салон. У меня есть одна, которую нужно забить. Забьемся вместе. Он вам угрожал, что изуродует? Да, он угрожал, что изуродует. За что? Просто, если чтобы бросите, я не доставалась никому. И вот вы приезжаете в Москву. Вас здесь кто-то ждал? Нет. С нуля? С нуля. Прошло несколько месяцев, и вы зачем-то его стали вызывать, да, такого дурака? Да, прошло месяца 4, я решила позвать его и добить. Он приехал? Он приехал, а да. А ведь билет купили, оплатили билет ему вы. Оплатила я, и он сидел также на моей шее месяца 4, наверное. Я поняла, что, ну, это все. Достойные все сегодня, да, одна все. Другой да, краше. Да. Все девушки абсолютно подходят, на мой взгляд, в первую очередь физически.